Еб... Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть работает. Да они будут работать 5 минут максимум. Минут. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, трехотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас туран по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его урод. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. Ой, блядь. Блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это ей, они будут заходить туда, блядь, я понял. Че работать будет? Че не с чего не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НСВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом, по своим не заебали. Ты не наблюдаешь танки на правом, на танке технику. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. Два танка, пять бронемашин. Работа по ним. Наблюдайте, Птурон, скажи. Птурон, юрист, работайте. Идет два танка, четыре техники. В сторону 144-й точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. Два танка, четыре бронемашины. Так НСВ по БФа может ебать тоже. 8 бронемашины. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашины на СОС. Пизда, сейчас танк рас... Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну один Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который на Вахтаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, там, скажи, пусть по... Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да они видели. Птуром, работайте, пизда. Птуром, работайте. Когда блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если, когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком старикируют огонь. Блять, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. АГС. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блять, до бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, с пулемёта. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем, бэх.
Сапог тоже пускай работает. Сапог, да, внимание, пускай работает. Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там? Второй Укромский. По нашему кондерову не стрелять, не стрелять. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ не спроси? Мужичок, не видишь, прием. Не работает. Блядь, ебать, накрыли нахуй. Четыре техники сразу, прям, ай, блядь, я ж кижу, как... Ты видишь, а? Хуярим. Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука. Просто пизда. Где Рэмбо? Смотри, он бог. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают нашу, еще НЦВТ. Пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел, Укропский. Блядь, пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен! И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, брат? Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет, все нахуй. Че по нашим, спроси, че у нас, че по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блядь, меня интересует, блядь, откуда отсюда. Им пизда всем там пришла. Пизда, они четыре техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк работает, вы думаете, что вы думаете? На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там три танка на минах въебалось. Закури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Они на минах. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Да ну нахуй. Я понял, мы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо, заебись. Ой, он огонь ведет. Внимание, все танки там подорвались, нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блять, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти три танка, нахуй? Что, Мадрид обратно ебанул? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас я сказал, что все на перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, они там были, взорвались, они на ней стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, блядь. Где он, блядь?
упал, еще пару бронеобъектов. Вот здесь он, блядь, это. У нас получается, блядь, не разъебаться. Вот это наш. Где? Вон он заехал. В лесополку.